и господа, мы рады приветствовать вас на презентации абсолютно нового BMW X4. Тукур, шабалам, ваши бурные аплодисменты! Лучше вы здесь, как говорится, информация, и тем приятнее вам наблюдать. Хотелось бы, знаете, поговорить о том, что BMW, кто уже является владельцем BMW и кто сколько лет? На нынешний день Сергей не позволяет. А как же трасса там, Барабовы, еще куда-то? Ну там тоже есть ограничения. Вот оно что. Только во сне. Только... Хорошо, здорово, ваша организация. Вы можете надеяться, что вы когда-нибудь нас построить трассу специально для BMW? Можно немножечко поаплодировать именно в эти мгновения. Потому что даже много поаплодировать, потому что порепетировали. Согласна, абсолютно. Аббревиатуру BMW по-нашему. Будь мужиком, води. Барбекю, мангал, водка. Боровой мы убили Владивосток. Бухнул. Машину вызывай. Да, вот она. Боевая машина ведьмочки. Вот это вот название. Аплодисменты вашим. Спасибо вам. А расход топлива 4,8 на сотню. А низкая... центр тяжести, а облегченная конструкция, а выхлопные газы в разы меньше. А если ее пакет взять, так там вообще раз, два, три, ушел! Ушел просто. Эх, красавчик. Мужчина, это я не вам. Нет, так не подергнешь. Простите, пожалуйста, есть у нас в зале консультант? Леша, не позорь меня, пожалуйста, пройди, объясните ему, пожалуйста, что такое новое в истории BMW X2. Ну действительно, BMW вообще заставляет стремиться, можно поаплодировать, милой леди. X6 продали, и вот сейчас вы стоите перед выбором. X5 хотите, да? А как вам BMW X4 вообще, нравится модель или нет? Это как маленький X6, да? Да, очень похож. Спасибо большое, проходите. Марал Кавин и шоу «Кайфовые танцы». Спасибо. На этом наш вечер не заканчивается. Предлагаю вам еще пофотографироваться на фоне, внутри, да и вообще познакомиться поближе с BMW X4 и принять участие в памятной фотосессии. Что ж, наш вечер продолжается. А также не забывайте о том, что нас встречает приезд зона планшета, где также вы можете приятно провести вечер. Наш вечер музыкальный продолжает DJ Snow, который не обижается на аплодисменты. Спасибо. На очень бурные аплодисменты. Спасибо. Спасибо.